Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас зима пришла. Вот. Смотрите. Вот Сенька ходит по снегу. И так снег, между прочим, сегодня все сутки уже сыпет. Мелкий такой, мелкий-мелкий, ну сыпет. И вот это вот половина того, что сейчас есть, это выпало за сутки. То есть у нас сейчас зима настоящая. Вон Сенька уже по пояс в снегу. Снега больше, чем он. Просто плавает в снегу. Сенька, цусурину отморозишь. Не бегай по снегу, по глубокому. Ничего, придем отогреемся. Мы его сейчас одели тепленько. У него курточка такая на меху. Плюс свитерок. Чувствую себя комфортно. Этот самый, курточка непромокаемая. Вот. Ну а у нас, смотрите, все белым-бело. Снег, и еще будет снег, еще будет снега, будут снегопады. Сегодня ожидается мороз до минус 11. В 7 утра будет минус 11. Вот. Сейчас идет температура где-то плюс 4 будет днем. А уже ночью, к вечеру будет минус 7, часов 6 вечера, ну вот так, судя по погоде. Вот сейчас солнышко появляется, видите, да? Смотрите, какая красота. Опа, опа. Дружбана увидел. Вот он. Сейчас мы вам покажем. Вон, видите? Два Йорика. Здрасте, вы тоже плаваете по снегу, да? А? Вы тоже по снегу плаваете, да? Да, да. Вон. Так мы еще свитер поддели под низ. Вот. Вот, вот, вот. Дружбан. Да? Сенька, а ты... Елки. Ну, в общем, зима. Классно. Январь. Ну, неплохо. Январь, февраль, зима. Красота. Вот. А вчера у нас на Фейсбуке все, наверное, уже смотрели, что вчера на Перекопской, угол Перекопской и зал Эгерсех, троллейбус первого маршрута развернуло поперек дороги. И так плотно стал, что его тягач еле развернул. Говорит, там почти час с ним возился. Улица была перекрыта. И хорошо, повезло, что не сильно дорога была загружена. И скорость движения автомобилей была ниже. И не было аварий. Вот, смотрите, как сыпет. Вот это вот, видите, дорожка. С утра она была черная, и ее чистили. Посыпали прямо, ну, во сколько, на часов? В 9 утра ее, эту дорожку, почистили. И уже засыпало снегом. То есть снег еще идет, мелкий, сыпет по чуть-чуть. Ну, снег, я бы не сказала бы, что он такой прям морозный, хрустящий. Он больше влажный, влажный такой снег. Вот, мягкий такой. Случайно выключил камеру. Извините. Ну вот такая у нас вот погода. Вот, смотрите. Красота.
Для нас, ой, для работников депо это, конечно, кошмар. Выпуск троллейбусов, вот выезд, засыпанные там проезды. В общем, бедные коммунальщики сейчас. Ну что сделаешь, их мало. Зарплаты маленькие, работать никто не хочет. Вот, а те, кто работает, получают минималку. Конечно, на такую зарплату сильно не разгонишься работать. Стимула практически нет. Вот. Работать приходится много и тяжело. Так что особо нарекать на людей, которые работают, там дворники подметают, чистят снег. На этих людей не надо. Это больше властям упрек. Упрек в том, что люди к такой профессии работают тяжело и зарабатывают мало. Вот, видите, солнышко появилось. Ну да, друзья, это мы сняли немножечко видео. Я на свой гаджет, который мне Виктория с барского плеча дала. Ну, то есть мы с ней обменялись. Вот. Снял для вас. Вот, чтобы вы были в курсе, какая у нас погода. Ну, херсонцы-то знают, какая погода. Вот. И большинство в Украине знают, какая погода. Поэтому мы с вами сейчас будем прощаться. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, смотрите, комментируйте, ставьте лайки, ну и так далее. Вот. Что-то у нас YouTube, похоже, наш канал попал в так называемый теневой бан, что ну так плохо продвигается канал, вроде бы и видео много, и все, окей, так плохо продвигается. Из-за чего, так я не знаю. Ну, надеюсь, что выпустить все-таки когда-нибудь YouTube из этого теневого бана. Вроде ничего такого, чтобы указывало на то, что плохо. Ну, как бы все требования YouTube выполняются, ну, а он ведет себя таким вот образом. Так что, друзья, смотрите, красота. Мороз и солнце, день чудес. Кстати, сейчас мороз минус 4 где-то. Вот. И не слышно практически. Пишет ощущение как минус 11. Да нет. Ощущение как где-то минус 1-0. Где-то так. В общем, безветренно, скажу я вам. И довольно приятная погода. Холодно, снег. Ну, что, это зима. Нормально. Ну, в общем, пока-пока, друзья. А мы сейчас идем домой. Я несу Виктории этот материал. Пусть она что хочет, то с ними делает. А всем пока. Подписывайтесь еще раз. Ставьте лайки, комментируйте. Делитесь с друзьями в соцсетях. Продвигайте видео. Так, ну что, Сенька, пошли домой? Пошли. Идем домой, идем. Все, хватит. Идем греться. Пошли.